Территорию вокруг Ухтомского пруда ждет масштабное преображение. В начале месяца там стартовали работы по комплексному благоустройству. Как изменится одно из любимых мест отдыха жителей городского округа, расскажем в сюжете. Территория вокруг водоема закрыта для прогулок с 3 апреля, но временные неудобства того стоят. После проведенных работ здесь будет совершенно другая картина. Новое дорожное покрытие, газон, площадка для выгула собак, детская игровая зона. Для комфортного отдыха лавочки, урны и освещение. Сейчас мы выполняем планировку территории для подготовки уже и разбивки непосредственно для дорожек устройства каменной плитки. Сейчас у нас порядка 15 человек, включая механизаторов. Да, то есть как бы работа идет полным ходом в соответствии с графиком производства работы. Проектом предусмотрено и озеленение территории. Вокруг пруда высадят 35 декоративных деревьев и кустарников, таких как клен, сирень, ива и многие другие. На самом водоеме строители никакие работы проводить не будут. Только что вот поступило предложение дополнительно контроль взять ситуацию с нашими отдыхающими, не совсем, как президент говорит, социально ориентированными. Да, это важно. Да. Потому что и это самые первые будут заняты. О чем мы договорились и как мы на других площадках решаем этот вопрос. Первый, здесь будет заведена система «Безопасный город», которая включена будет в общую систему контроля города. Это уже другой уровень. Как только такие персонажи появляются, полиция реагирует. Преображение этого участка проводят в рамках комплексного благоустройства станции МЦД-3 «Ухтомская». Завершение работ намечено на 1 сентября этого года. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.